Доброго здоров'я. Здравствуйте. Куда будете? Я из Москвы, а вы откуда? А я с Києва, Україна. Я по історії. Тоже хорошо. По історії общаюсь. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Вопрос о православии России, как таковой. То есть... Ну, вопрос, конечно, интересный, не, но очень сложный. Не-не-не, да-да, это сложный вопрос, я не о том, что там философствовать. Я о том, скажем так, не внедрялись вот это православие, да, российское, какие-то арабские элементы. Я думаю, что арабские вряд ли. Вряд ли. То, что основная часть христианства на Русь пришла все-таки не с Византии, так. А с севера. Это, я думаю, хорошо. Более я вас понял, жизненная, да, ситуация. Я вас понял. Смотрите, просто тут есть такая, значит, интересная штука, что вы, например, знаете ваших царей там Российской империи, Московского царства? Знаете? Ну хоть каких-то, например, там Ивана Грозного, знаете ж? Я думаю. Ну, знаю, я достаточно много знаю царей. Ну, в каком же веке Иван Грозный? Грозный? В 16-м, по-моему. Хорошо, в 16 веке. Так вот, интерес. Интерес состоит в том, что у него, естественно, как и у всех глав, так сказать, стран, государств, был свой какой-то, знаете, парадный, да, парадное одеяние какое-то. Вот. И в том числе был, естественно, шлем, ну, какая-то там шапка или что такое, ну и шлем тоже. Да, это известная история, да, про арабскую вязь на этом шлеме. Да, потом выяснилось, что это не его шлем. Не его? Нет, это как бы официальное название, но... А чей? Ой, чей уже сейчас не вспомню. Не вспомните. Просто этот шлем Ивана Грозного, есть, он хранится в Швеции, в музее. Ну, шлем, там есть, да, там есть хранится. Там есть, как вы и сказали, арабская связь, арабская вязь действительно. И сразу под нею подписано, значит, шалом... князя Ивана Васильева, ну там Васильевича получается, все написано на церковно-славянском, и что, и вот эта арабская вязь, ее удалось расшифровать в 2009 году как Аллах Мухаммед, то есть ее расшифровал какой-то генеральный консул Ирана Саид Гуламрез Мейгуни, вот, это оказался какой-то редкий арабский диалект. Каким образом на этот шлем попала арабская вязь? Причем арабская вязь не просто как таковая, а это из Корана взяты цитаты. То есть это священный текст. Ну, традиция была традиция, наносить это на шлем. Традиция, да. А как получается? Не, а как получается, что у православного царя на шлеме кораническая надпись, то есть религиозная, ну, на арабском. Ну и причем к другому. В те времена арабские шлемы очень ценились, стоили больших денег и носили их большие начальники. Угу. То есть вы имеете в виду то, что купили, значит, шлем, да, заказали в арабов. Естественно, не его сделали. Может быть, купили, может быть, отбили, может быть, еще как-то там украли, там, в конце концов. Ну, трофей, да, трофей как-то или что-то такое. Хорошо. Да. А зачем тогда оставлять эту арабскую? Ну, то есть я уверен, что все знали о арабских вязях в том веке уже. Дело в том, что в то время ценились именно такие шлемы. Поэтому... Конечно, ее не только оставляли, но и подновляли по мере сил. С арабскими все вязями. Все видели, что... Да, именно арабскую вязь. То есть это типа модно было, да? Нанести арабскую вязь религиозную. Именно так. Где абсолютно другая вера, другой бог, и это носить на парадном, то есть это главные какие-то там торжества, одевать этот шлем. Ну, начнем с того, что в те времена не было такой... резкой вражды. А, не было вражды. Христианством и мусульманами. Угу. Было поэтому мирное взаимодействие.
То есть это Московское царство Российской империи не воевали с Османской империей той же самой, да? Ну, на тот момент нет. На тот момент. Давайте тогда другой момент. Давайте тогда этих шлемов, это называется шапки ярихонские, то есть парадные шапки. И этих шапок, все они лежат в вашей оружейной палате Кремля, то есть там музей Московского да, Кремля. Там очень много лежит. Да, лежат, очень и лежит, все видят. Да. То есть это главные, ну, чуть не главные достопримечательности, да, этого музея. И кроме этого... Не главные, но достопримечательности, безусловно. Безусловно, да. Мечи, кстати, тоже с арабской вязью. Сабли, да, как они там называются? Ну, то, что вешается, значит, на туловище. Ну, много всего, да. Так, там есть также много таких же шлемов. Например, Михаила Федоровича, который по легенде перекован с шлема Невского, который как раз-таки изображался там на гербе Российской империи, его вставляли. И там тоже есть религиозная кораническая надпись, которая гласит «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». Это, значит, 13-й аят 61-й суры Корана. Как? Знаток Корана? Нет, это я просто же интересовался, я вот это все почитал. Вот, и меня интересует... Хорошо, хорошо. Каким образом, это уже Михаил Федорович, это уже после Ивана Грозного. То же самое там Алексей Михайлович. Михаил Федорович? Михаил после Федорович. Ивана Грозного? Ну, там Борис Годунов, потом Михаил Федорович. Ну, вы знаете, да, после Ивана Грозного он умирает. Иван Грозный умирает в московском. Что ж таки? Хрена стрим? Нет. Стример? Нет. Клевая вышиванка. Дякую. Я по истории спілкуюся, ти пиш. Син татар щебель мем? Я по історії общаюсь, а ти о чем? По історії? Да. А, ну давай про історію. Давай. Я как бы люблю історію. Во, отлично, слушай, от мене вопрос, ти на каком-то языке, да, только что что-то спросил или сказал? На татарском. На татарском. Ти татарин? Я з Татарстана. Ти з Татарстана. То есть, ну, по национальности ты татарин, по факту. Я русский по национальности. А, ты русский по национальности. Но ты знаешь, ты из Татарстана, и ты знаешь татарский язык. Ну, я его могу, как бы, медленно говорить могу и понимать речь. Вот. То есть, ты русский, который жил в Татарстане? Ну, который живет в Татарстане. Ну, Татарстан, ну, раз ты любишь историю, Казанское ханство было присоединено Иваном Грозным в 1553 году. О, хорошо, отлично. Предки по матери приехали сюда давно, а отец у меня переехал на строительство, так сказать, комсомольские стройки. Ну, в общем, у тебя все русские, в принципе. Ну, бабушка с Мариуполя. А, бабушка украинка, понял. Смотри, вопрос, ты вот знаешь за Грозного, ты знаешь за Казанское, за завоевание Казани. Давай тогда вот у меня вопрос, я как раз таки общаюсь по этой теме. Значит, Иван Грозный, у него, как и у всех, в принципе, царей, естественно, было какое-то парадное одеяние, да? Парадное Нет, тоже было. Так, и с этого парадного одеяния до нас, значит, сохранился шлем. О, знаешь? Шапка Мономаха? Шапка Мономаха? Нет, это другое. Я же именно шлем такой, боевой типа. Боевой? Ну. Вот, сохранился. Ну, сейчас он хранится, значит, в Стокгольме, в Швеции. То есть он попал туда, не знаю, каким образом, наверное, что-то где-то там кто-то воевал, Можно завоевал. После Ливонской войны, когда подписывали мир, отдали как... Возможно. Дань. А, вот дали как дань? Не, мне кажется, это... Не как дань, а как этот подарок при заключении мира. Подарок? Ну, как репарации и контрибуции. Шлем Грозного отдавать как подарок? Ну, вполне возможно. Мне кажется, проще отдать золотом каким-то там монетами, чем слитками, чем шлемом сакральным. Ну, для истории. Да, вот именно то, что это... Да, это имеет символическую ценность. Поэтому я как бы предположил. Я вот предполагаю, что его просто где-то там... Короче, намутили, отжали. Ладно, не об этом. Весь интерес состоит в том, что это за шлем. То есть он хранится в музее в Стокгольме, Королевская оружейная палата. Вот, и все его, естественно, могут увидеть спокойно. Меня интересует...
Как прокомментировать то, что на этом шлеме, значит, поряд возле, значит, да, возле надписи «Шалом князя», ну, «Шалом князя Ивана Васильевича», на церковно-славянском написано, прямо над этим же титулом его, ну, «Шалом», арабская вязь идет. И арабскую вязь эту, значит, перевел в 2009 году генеральный консул Ирана Саид Гуламарес Майгуни, как Аллах Мухаммед. То есть это там какой-то оказался древний иранский, арабский диалект. Вот. То есть это, естественно, есть, значит, как отсылкой на религиозность, да? Каким образом эта надпись присутствует на шлеме православного царя? Слушай, у тебя просто ты это видел, ну, так же ты не изучал. Давай сразу несколько вопросов. Ну, иранец привел, хорошо, он знает арабский, но официальный язык там фарси в Иране, правильно? Фарси. Ну, официально. Да, фарса. Не знаю. Ну, короче, на фарсе они разговаривают, это официальный язык, как бы много там диалектов и так далее. Там, также и таджикский, и узбекский присутствуют. Северный... Нет, он же может знать там несколько языков, это ж... Это да, да, ну, если он, может, как исторический. Ну, смотри... Это ж консул. Да, ну, это могло туда именно попасть как подарок. И могли сразу именно изготовители... даже если брать именно шапку Мономаха, ее тоже делали как бы арабские, восточные, короче. Я там не видел арабских надписей. Нет, там нет. Там что-то есть, именно сама структура изображения. Структура, короче, стиль, это все ясно. Вопрос надписи. Ну, давай по факту возьмем то, что на тот момент сама Русь была православной, и большое имело значение то, что на тот момент уже патриархия Константинопольская переехала в Москву. На тот момент, когда был Иван Грозный, уже патриархия была московская, а не константинопольская после завоевания в 1400 каком году, короче, турками Константинополя. Так что эта надпись, скорее всего, из-за изготовления, может, ремесленники, оружейники именно эту надпись и набили. Потому что на тот момент, ну, короче, верить в альтернативную историю, когда очень много доказательств именно традиционных, но это тоже, можно об этом много спорить, мое предположение, что ремесленники нанесли эту надпись. То есть арабские ремесленники, да, оружейники эти, создали шлем, написали там свою кораническую надпись «Аллах Мухаммед», скажем так, из своих соображений. Подарили это царю. Хорошо. Но этот шлем был использовался как парадный, то есть наносился. Зачем же сохранять арабскую надпись в таком случае? Можно там ее как-то, скажем так, ну, замазать это образно, переделать на какой-то там церковнославянский, там Иисус, Исхрис, да, типа Иисус Христос, или что-то в этом роде. Ну, это знаешь, как это из примерно... Библии, из Библии. Да, взять, говоришь, парадный, да. Ну, на тот момент было это как бы более символично, но это примерно как Владимир Путин ездил на Мерседесе, ну, давайте Мерседес нахрен, блядь, сломаем и поставим туда газовского оленя вместо значка Мерседес, который... Не, это же религиозность. Суть это не меняет. Это же религиозность, это другой бог, Аллах Мухаммед. Ну, Аллах Бог, Мухаммед пророк, суть, это другое вообще, это религия, это очень важно на то время. Ну да, на тот момент это очень сильно важно. Может, даже не переводили, или отдали дань именно как подарку, то, что не надо переделать, как дареному коню в зубы не смотрят. Как такой тебе ответ. То есть... А он прям красивый такой, и будем его использовать. И написано, и как бы, учитывая, смотри... Тогда вообще народ как бы и по-русски не мог читать. А по-арабски там, может быть, нашлось 3 человека на все Московское царство, чтобы это смогли прочитать. И это никак не делало именно... не делало
никакой политики, именно эта надпись. То есть это просто незнание, значит, московитам и этих да, надписей. Написанного, ну, может, ему перевели, ну, как бы, шлем хороший. Это, знаешь, вот, опять же, давай аналогию с Мерседесом. Машина хорошая, давайте не ставить туда, не писать на ГАЗ, так, или ВАЗ. Лада не будем наносить. Ну, это будем... просто, это просто значки, это просто там название, это еще что-то. Да, это не это... религия. Это не прилепить на Библию, значит, там написать вместо этого Христа Бога, значит, написать Аллаха. Это вообще не то. Ну, ладно, в то время не знали. Хорошо, попробуем так подумать. Ну, но... твоя версия? Моя версия? Почему религиозная арабская надпись есть на шлеме православного царя? Да. Потому что, возможно, какие-то, значит, исконные связи были с арабскими, значит, с арабской религией, что они набивали, значит, вот эти надписи. То есть это не только Иван Грозный сделал, есть у него, на его шлеме. Это есть на шлеме Михаила Федоровича. Это есть на шлеме Алексея Михайловича. Это все шапки называются шапки ерехонские, то есть парадные, их носили. Вот. Они все есть, там нет вообще никаких христианских вот этих библейских написаний. Там четко написано про Аллаха, не про Бога, про Аллаха конкретно. Вот. Есть такое неимоверное предположение, то, что арабские влияния каким-то образом до этого было в Москве после той же самой Золотой Орды, какое-то влияние. И оно осталось как дедовское, так сказать. То есть, почему писали именно религиозные надписи на арабском, а титулы писали на церковно-славянском? Вопрос. Это так есть вы... на саблях, на зеркальцах, то есть на вот этом всем. Это вся их одежда вспомнить? Арабская. А еще можно вспомнить то, что на православных старых церквях, когда идет крест, и снизу полумесяц стоит. Правильно? Снизу полумесяц стоит. Да, он как бы вот так вот полумесяц, а сверху, короче, крест православный. В Киеве при этом имеется, он, я не помню, не скажу, какой собор. Да, а вот такой перегородки нету? Ну, то есть, как на атак или так? Нет. Нету православия такого? Нет, подожди, такое не помню, ну, может быть, ну, это да, я знаю. Католический крест и православный, то есть, тут чисто да, перегородка. Месяца еще... я не знаю такую. Нет, есть такой. Ну, при этом, как бы, есть огранение, короче, креста, потому что католический, он прямые, все прямые, как бы, палки. А там есть обрамление именно вот это. У православных именно, ну, кто на грудный крестик же носит, он идет без перекрестия. Ну, я даже такой не встречал. Но идет есть. С обрамлением, как бы это. Ну, есть. Может, есть. А, это у меня нет. У меня нет крестика здесь. Вот видишь. Нет, этот, был у меня такой, просто нету сейчас. Обрамление закругленное. Вот, я тебе сказал, как украинцу в Киеве, не помню, какой монастырь, но тоже православный крест, а внутри шестиконечная звезда. Это могут быть какие-то другие уже отсылки. Просто я таких крестов не видел, и это для меня какое-то новшество. Если ты можешь конкретно дать, сказать, вот, есть точно вот такой крест, он так называется, он там расположен и так дальше, я посмотрю сейчас и скажу, возможно. Хотя это очень сомнительно, это, наверное, какая-то уже другая ветка какая-то. Нет, это именно... В Ярослава Мудрого, тот же, значит, саркофаг его, на нем все кресты, они вообще, в принципе, такие вот, как сейчас ЗСУ используют, вот такие, то есть, вот так и вот так, ну, типа, то есть, не просто крест такой. Закругление. Ну, в плане сами окончания креста, да, они как расширяются. Да, вот, да, но и этот же, кстати, крест тоже, он есть и на монетах Владимира Великого как раз-таки. То есть, каких вот таких добавок я в жизни не слышал. Ну, именно построение было церкви после, как бы, ну, ясно дело, что после Владимира Крестителя это было. Но именно, а там же есть такая связь, то, что у Владимира, типа, действительно, он же как бы, у него два этих были как бы единокровными братьями, но от разной матери. А мать была именно хазарка. Не, ну это понятно, это другая уже тема, мне просто интересно, вот мы же уже как бы за эту тему так и не узнали, ну, то есть ответа нет, в принципе.
Откуда? Ну, смотри, зачитаю еще Михаила Федоровича шлем, там как звучит кораническая религиозная надпись, что, значит, «Обрадуй правоверных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». Это 13-й аят 61-й суры Корана. То есть это чисто религиозная надпись, чисто цитата Корана. Это ну, не что-то да, другое. Ну, смотри, это все равно источники тех времен, это очень сильно может... Вот когда вот Михаил Федорович, когда был на крещение, на престол посажен в 1613 году, правильно? Да. Ну, и что? Вот. А источник, то, что описывает это, каким датировка этого источника, где это описано? Кого описывает? А? Кого описывает? Ну, то, что ты сейчас прочитал, это вот этого описания, это же где-то написано. Это перевод. Это шлем. Есть шлем. Перевели текст с него. Да, это на шлеме. Перевод. Значит, сделали. И нашли, что это действительно чистая религиозная цитата с Корана. А там написано на арабском? Да, да, да. Это арабская вязь, естественно. Ну, можно опять же взять, что это производство тех же арабов. Это знаешь, возьми свой телефон, и там написано «Made in China» и все по-английски. Религия – это не товар какой-то. Это не одно и то же. А сама, к этому а сам не так относятся. А сам шлем – это товар? Сам шлем – это сакральный, очень важный артефакт, который до сих пор он лежит не просто так в вашей уважении палате Кремля. То есть, там знаешь, еще много чего лежит без всяких надписей. Это сейчас то, что он лежит, это не сакрально, это именно как историческая археологическая находка. И в сакральном тоже смысле. То есть, в сакральном? Это именно шлем парадный Михаила Федоровича, царя Московского царства. Это очень важная вещь. Его не отдадут кому-то там, просто как откуп, дань или там, не знаю, ну, в общем, не используют как обычный какой-то товар. Это важная вещь, сакральная. И на ней важный текст из религии, которые в то время очень к этому скрупулезно относились. Почему там нет текста из Библии? Почему там текст из Корана? Вопрос. На арабской вязи. Почему эту вязь не удалили, если подарили, да, например? То, что это красиво, в плане религии, это вообще грех полнейший. Не стали переводить и оставили. Не стали переводить, то есть не понимали, в принципе, арабского языка никогда в жизни. Не, ну, были переводчики, но, может, никто не перечитал. Короче, моя версия, давай потом свою скажешь. Ну, тебе кажется... Я уже сказал. Ну, то, что Россия была в прямом подчинении от арабских стран? Нет, то, что на нее как-то какие-то древние традиции у нее как раз-таки оставались с арабских, как с арабского влияния. Потому что Золотая Орда, когда захватила, ну, они вели, забыл по-монгольски, ну, вечно голубое небо. Ну, при завоевании Батыем. Слышно, охренел? А? Что, моим пьешь? Все, меня тут прогоняют. Давай. Удачи. Слава Украине!